Всем привет. Всем привет. Покатаемся дальше. А, мы путешествуем по производственной. Что-то заехали налево, сейчас заехали направо. Как там песня-то? Мы пойдем налево, что-то мы пойдем направо. Я не знаю, какую песню. Я же королева, и я имею право. Что-то типа такого. База электроматериалов. Я уже, знаешь, как этот. База Эрбле. И все. Все стряло. Смотри, какие фонари это база. Что-то для чего тут был? Фонарный столб, видишь? Не знаю. Слушай, тут что было это? Какое-то кафе, что ли? Может, заправка какая была раньше? Фиг знает. Кто знает, напишите в комментариях, что это такое. Ну, мне кажется, что это кафе было или магазин. Ну, смотрите, здесь такая большая территория. Столбов много стоит, может, то есть освещение было. Подразумевало, что будет заправка? Ну, больше похоже на столовую, слушай. А? Может быть. Техосмотр у нас. Тут еще какая-то... Организация еще какая-то. Автобусы откуда? Да, это как раз, которые возят народ. А, это, по-моему, МИТО или как-то. Ой, вот это я не знаю. Слушай, я тут не была, тут я не знаю, что тут происходит. Да, МИТО. Видишь, написано название МИТО. Ну, так, а ты что за организация-то, МИТО-то? Не знаю, просто знаю название, что такое есть. А, я даже название такого не знаю, прикинь. Что за МИТО, что за организация? Напишите в комментариях, мы не знаем. А слышал, автобус-то видал такой. МИТО. По утрам. Ну слушай, здание-то смотри, оно такое современненькое, значит, его недавно сделали, да? А тут что за... Вист какой-то. Вист, ну все открыто, тоже, видимо, все. Все не рабочее. Сюда, наверное, нет смысла ехать. Не, я думаю, что нет смысла ехать. Давай-ка разворачивайся. МИТО. А, посмотреть мне даже самой интересно стало, что это за организация. Прикольно. Причем такое здание такое огроменное, слушай. Огроменное здание. Надо посмотреть в интернете. Посмотрим, расскажем. Потому что даже мне стало интересно. Это сделано из бревна, проходная. Да, ну, мне кажется, что она тоже уже все, да? Или сделал, или еще функционирует. Не знаю. Что-то как-то тут все, все заросло, вряд ли. Да, да, навряд ли. Заросло здесь. Дорога-то есть какая-то, видишь? Ну жалко, а домик-то хорошенький был раньше, да? Угу, симпатичный. Домик симпатичный. Здесь, по-моему, техосмотр написано. Да. Тут знаешь, как это, из фильма, да? Вот Припять. Апокалипсис. Да-да-да. Там, по-моему, даже открыты двери с той стороны. Или это касса какая-то была, или что, понять ничего не могу. По-моему, это была заправка, подразумевалась. Да. Открыто все, да. Да, надо развернуться. Мебель какая-то. Вытащили. Ну, там двери уже открыты, собственно говоря. Там уже кто-то помародерничал. Рядом. Да, да, да. Забрались уже. Добрые люди. Как говорится, не дадут спокойно, да? Простоять. Тут
якобы под станцией, ну слушай, а что она не обслуживается, что ли? Быстрее она вся заросла. Потому что она, хотя нет, там рабочая, не знаю, почему не обслуживаться. Да. Мне кажется, любая подстанция должна обслуживаться, может, нет? Может, просто она обесточена, поэтому здесь что делать? А, ну, может быть. Вариант. А тут что, дорога куда-то идет? Это тупик. Такая хорошая дорога в тупик. Тоже какая-то проходная. Да, если у нас не пустит слабо. Какая-то про. Слушай, тут столько много всякого, да, вот такого. Да. Всяких вот этих вот зданий непонятных, производственных. Кчус. Слушай, так все заросло, тут тоже все закрыто, тут же УАД был, по-моему. А все уже закрыто. Он же обанкротился, так, наверное, и все здания. Нет, так слушай, а в городе-то стоит вот это здание-то, оно что, продают, тоже? Продают, а, его просто продают. Съездишь в такой район, и такое ощущение, что ты вообще побывал где-то в прошлом. Да. Мне кажется, тут когда-то кипела нормальная такая жизнь, слышь? МЦ-5 написано. Да, МЦ-5. Слушай, а оно не развалилось еще? Да, нет. Это мебель МЦ-айцев. Это мебельное производство. Нет, охранник есть, значит, не развалилось. Это стоянка, видимо, блядь. Короче, здание такое пошарпано. Вот это здание вообще заброшено. Смотри, огроменное здание заброшено, да. И вот там огроменное здание тоже заброшено. Кто что-то делает, смотри. Ну, навряд ли тут что-то будут восстанавливать. Может, дорогу делают? Я не знаю, что тут делают. Видишь, вон здание заброшено. Ну, стоит вот этот, как он называется, Еврокуб или как? Видишь, куда с водой. Знаю. Может, рабочий? Может быть. А что тут делают, интересно? Да, тебе экскаватор стоит, правда. Ну, с парковкой. Парковку мы поедем. Парковка огромная. Машин меньше, чем парковка. Ну, я так полагаю, что сейчас просто работает оно не во всю мощь. Ну, думаю, что да. Что, везде же у нас прошли эти сокращения, оптимизации, да, т.д. и т.п. Многие предприятия, мне кажется, вообще позакрывались. Слушай, ну мы сегодня съездили там, где мы еще вообще не были, да? Позаворачивали тут везде. Здесь автозаправка, я думаю, да, смысла ехать нет. Ну, заправка. Что, заправка и заправка? Да. Ты же сказал, что она газовая. Там все, газ убили. А, ну может. Поезжай. А мы едем по направлению к ПМК. Куда поедем? Вправо, налево? Куда хочешь? А ты куда хочешь? Не знаю, куда угодно. Лишь бы не домой. Почему? Что там-то делать? Что там-то делать? Да ты чё? Обратно поедем. Ой. Что-то я очки не взяла. Туда уж мы поедем, там были. Нет, туда мы не поедем, а чего мы там были тогда?
абрикос тоже потихонечку зарастает травкой, морзянкой. Ну, кому понравилось такое видео, пишите, ставь лайк, подписывайтесь на канал, а мы опять куда-то поедем. Всем добра, всем пока.